пошел ты нафиг, понял меня? Да есть же. Это просто трэш. Найс! Я кельтовоз словил, я не могу, блядь. Боже, какой ты говнюк-то, просто кошмар, это кошмар. Выпускайте кракен. У меня нет слов, одни эмоции. Приветик, мы Саньки. Тебя привезут Александр Зонгович. И вот, долгожданная рубрика. Я наконец-то взял реванш у секрета. 1000 UC за один килл. Я думаю, ты долго этого ждал. Так вот, чем это закончилось, ты увидишь в этом ролике. Поэтому, родники, усаживайся поудобнее. Не забывай прокачку аккаунта подписчика. Уже конец через 2 дня. 2 дня осталось. Просто перешел в Телеграм, нажал кнопочку участвовать. И на этом все. Вот, здесь будет подсказочка, как это правильно сделать. Ну и, естественно, не забывай лайк, подписку и колокольчик. Мы идем к миллиону, пожалуйста, родники. Тут осталось совсем чуть-чуть. Там осталось поднажать. Вот, поэтому, родники, все, люблю тебя, обнял. Короткая реклама к самому видосу. Let's go! Playrock — это маркетплейс игровых товаров и услуг. Более 400 игр и приложений. Вы сможете тут продавать товары, ну или покупать их. А зайти на сайт можно в 2 клика. Ну, например, через Google. Куча игр на телефон и ПК. Даже можно купить сопровождение в метро Рояль и продавать свои услуги. Ну, а оплата происходит в 2 нажатия. Выбор товара и кнопка купить. Куча разных способов оплаты, вплоть до криптовалют. Ну, а рейтинг сайта 5.0 и более 3 лямов отзывов, вы вдумайтесь. Все ссылочки в описании, ну и на их Телеграм с розыгрышами, поэтому не потеряй их. Здорово, здорово. Так, ребят. Один вопрос. Кто лучше, Секрет или Зонг? Секрет или Зонг? Секрет. Да есть же! А почему не Зонг? Бро, почему не Зонг? Хоть честно. Да есть же просто, ребята лучшие, я люблю вас просто, целую каждого. Просто лучшие. Ну... Видишь, там Зонг орёт мелкий. Он просто очень рассчитывает, что он выиграет прокачку аккаунта на 50 тысяч UC, которая проходит, между прочим, в Телеграм-канале. У меня. Ну это и была подводка к тебе. Ох, ёб твою дивизию, бро. Это просто кошмар, это кошмар. Ой, бизон нашел. Я буду уничтожать сейчас. Почему тебе так везет? Боже, знаешь, ты выиграешь чисто в том, что тебе везет. Я попал одну пулю всего лишь. Везет мне. Ну, по крайней мере, с пушками, не с твоим моим. Ладно. Не, я просто жду своего нокнутого, когда он выползет, и я его убью. Да? А где он выползет? Ты же можешь мне сказать, где он выползет? Или его добили? Не, его не добили. Бро, ты его добили. Не-не-не, он нокнутый. Странно, я просто зачекаю, что его нет. Да почему он не вылазит? Бро, его добили! Нет, я его вижу. Я вижу его ножки сквозь текстуру торчат. Не, мне похер, я буду эту 1000 UC просто ждать до талого. Жди, бро. Хорошо. Почему мне помощь дали за него? Потому что ты его тиммейта, возможно, его убил. Бро, мне опасно. А я вообще без патронов, бро. Я тебе не помогу ничем. Бро, но мне сейчас очень плохо. А, блядь! Да ёб твою мать. Я здесь. Они у меня. 2. Пожалуйста, отстань. Хорош. Мы выжили, бро. Мы выжили. Благодаря кому? Благодаря кому? Благодаря моему уму. Thank you. Крыша, бро, крыша. Ты можешь не ногу то. Ну, слушай, а как ты выжил? Сколько можно? Сколько можно? Ну, ёпт. Он с ВСС. У меня пулемет и ВСС. Это просто, ну, это комбо, которое не контрится. Будет круто, если я сейчас могу. Ой-ой-ой. У меня был ногнутый где-то, я не могу его найти. Самое главное, что у меня есть 3 кильчика. У тебя сколько? У меня есть 3 кильчика. О, отлично, отлично. Пока в ровень идем. Это стильчик! Дал ему. А, не на паутине. Куда он его кинул? У меня нет слов, одни эмоции. О, это разные. Это разные. Я забрал лох на 2 чужого. Он лох хп. Он лох. Моё. Пошел ты нафиг, понял меня? У меня упор. А я на перезарядке.
ему надо было, этому упырю? Почему все время тебе везет в этих, Да какой везет, это скилл! Везет, везет тебе. Ну тебе не везет, ладно. Мне вообще не везет. Ни скилла, ни везения, вообще, как ты вообще живешь? Так, давайте хотя бы, ну, не дерзи папочки, хорошо? Кто? Папочки, не дерзи. А где мой, нокнутый, алло? Так его добили. А, вот он. Да, это да. Боже. Нормально. Рит, пожалуйста, не добивай, бро. Так, сколько у тебя кильчиков? У меня 6 кильчиков. У меня 5. Хорошо, 1000 UC. Сильно, если мы опять закончим, я тебе буду должен 1000 UC, я твою сиську им. Понял меня? Сиська одобряет. Сиська? Сиська одобряет. Да есть же. Да есть же. Нет, нет, у тебя не да есть же. Да есть же только у меня. Понял, понял. Камень-ножницы. Началось. Давай, давай, давай. Давай, 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 давай. Раз, два, три. Переигран. Давай, вози меня. Мурро. Какой ты говнюк. Знаешь, это когда я вожу, как будто бы хуже даже. Я нормально стопаюсь, ты нормально всех убиваешь. И все классно. Дополняем друг друга. Дополняем. Это да. К моим 99% ты чисто один такой процентик дополняет меня до хула, согласен. Боже, как же ты вафлишь. Вафлидрон. Ой-ой-ой, о, тип на общаге, видишь? Не видишь. А я вижу. Видишь. Взлетаем? Я взлетаю как рак... Неплохо. Бро, очень много. Не торопись. Убирал. Крепчик сделал. Бро, жму еще одну. Бро, еще одну. Ты чё? Ты... Я думаю, когда до тебя дойдет? Говорит, жму еще одну, там уже просто все в сундуках сидят. Да, дружище, конечно. Я просто стоял, смотрел на тебя, когда же до тебя дойдет? Будет так круто играть в эту рубрику! Почему они все бегут? На мою хаят? Да. Поехали. 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 Ну это мой маленький. Ай, ну. Ну успел, ладно. Сади пи***ц мой. Да как? Только на ботах и может, только и может на ботах. Просто фул кринж. У меня 8, у меня все равно больше, у меня 8. На нахер! Меньше будешь тут выёживаться, понял ты меня? Подтвердите, пожаловаться. Потом будем сидеть в лобби 15 минут, ты готов? Ты специально ее разбил, да? Нет, я в нее сажусь, а на ней остался один хп, они пул ее надамажили. Чел с бизона зажимал не по нам, чел зажимал с бизона по тачке все это время. В натуре? Да, да, он просто его пушит двойку, он сидит с 4-го этажа, тачку разрушает просто. Я думал, он по тебе стреляет. Я тоже думал, что он тебя встречает с хаешкой. То есть, Ори, ты мог просто забежать, прийти, подключаться к нему прям по спине, он бы стоял бы, зажимал все это время по тачке нашей. Гений. Мы играем с гениями в эту игру. Да, да. Бро, не надо. Бро. Ну ты дурачок. Не-не-не-не-не, давай не будем играть в эту игру. Ладно, ладно. Так уж и быть. Ну смотри, я вот ты меня попросил, я сбежал. Ну, типа, ты попросил, я исполнил. В следующий раз я жду того же самого. Натуре? Нет, только нет. Ну типа, ты попросил, я сделал. Чтобы такое же отношение было и ко мне. Все окей, хорошо. На колени сейчас скажешь, да? Выпрыгивай. Спасибо. Повожу, повожу. Хорошо, давай. Просто я знаю, что от этого лучше тебе не станет. Заправка есть, 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 есть заправка. Вижу, 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 вижу. Ты видишь, да, типа? Нет, нет, там никого. Да, там никого. Крыша. Он со мной вместе залез, он спрыгнул. Да как? Ты чё рофлишь? Почему? Я стреляю прямо в него, все улетает, колесо. Иди нахер, не, тебе, выгонь БДС, так нечестно. Тысяча UC закил, не засчитывают килы с БДС, это нечестно. Бро, когда дело касается дробовиков, прошу. Нет, 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 помоги мне, отец.
Ты видел, я сейчас как на камеру вспался и моментально поплотился. Просто моментальная карма, просто мгновенная. Я не знаю, это какой-то ВСС-ник, я фиг пойми. Ну, он вообще... Он просто лежал? Не, он стоял просто фуллопом в тупую. А, нормально. Ну, ты видишь, кой да. Ну, ты там захилися максимально, забустайся. Конечно, бро. Чё, ты еще там кого-то видишь? Не, нет, нету. Нету прям? Не, не знаю. Не, типа, ну, гац, я не уверен, что кто-то есть, понял? Ну, ладно, я пройдусь просто. Окей. Теперь точно никого нет. Он просто фуллопом там стоял? Да, он бежал. Я думаю... А, погоди, так это может разные. Вот сейчас сразу ум... Так это разные. А, да? Прикол. Лол, что за бред? Какая-то карта интересная. Лол, кек. Кек, лол, орбидол. Так, ладно, возьму. Движуху я возьму. И возьму я 4х. Все, давай, едем отсюда. Поехали. У тебя сколько сейчас килов? 9. Я победил! Вот ты победил, у нас только первая карта. Да, она еще вторая будет, оу, трэш, лоу кек, чебурек. Ты думаешь, у нас тут люди? Да я скатилась! Я скатилась! Где он? Ты угораешь? Они фуллопен были вдвоем на крыше. Да я не вижу. Серьезно? Ты все это время не видел? Такой пуз! И даже не сказал. Бро? Ну нет, ну как ты... Боже, как ты меня бесишь. Я запись не включил. Датори? Да быть такого не может, ты не можешь сделать такие тупые ошибки, как я. Поехали. Сколько у тебя килов? У меня? Да. Не скажу. Ты когда просил сказать, сколько килов? Ладно, я 11. Сказал. 11, 11. А ты еще UC типа разыгрывается опять? Только теперь с моей стороны? Ну да, типа того. Не-не-не, бро. Я не могу быть должен. Могу быть должен кому-либо что-либо. Ты будешь должен. Все должны мне, никто мне ничего не должен. Вот это ЧСВшество твое, я не уважаю. Опа. Да, ну ёб твою мать! Ну что ж ты такое-то, а? Тихо. Он уезжает? Да. Он просто уехал, ладно. А я не вижу, где он, ты прикинь? И чё, куда он там? Рассказывай. Я вот вообще не вижу. Ладно, все, давай, уезжаем. Ну, что ж, как надо как-то закрыть двойку, чтобы я ее закрыл. Это откуда? Не понимаю. Я не понимаю. Я тоже не понял. А ну давай, бро, с катанами ставим. Я фиг пойму. Ты понял? Я не понял. Нет. Глушитель, бро, глушитель, понял? Вообще фиг пойму. Как будто где-то здесь, но не, я смотрю сюда же. Нету нигде, клянусь. Так давай просто заедем туда. Когда они делали? Как его не видно-то? Все, еду. Стой, а меня? А я, а меня? Давай. Только я заеду очень грамотно, понял? Он вот где-то вот здесь прям. Базарнули очень грамотно. Вот прям здесь где-то, я не знаю. Боже, у нас закрыть, я тебе отвечаю. Ты думаешь? Да, это лютая. Тогда просто на катаной бегай, в чем проблема? То, что он что катана спину не кроет. А ты спину не это? Не как бы на... Настоящее там... Стрельнул, снова стрельнул. Он теперь там! Откуда мы приехали? Он просто... Разменялись? Его не видно как-то, как? Объясни мне. Может, он какой-то бага-юзер? Он какой-то бага-юзер. Ты его вообще не видишь, да? Нет! Ладно, давай просто уедем. Он все равно либо умрет от зоны. Нет. Ты что, дурак? Мы не уедем никуда. Да поехали уже. Ну я... Он на скин СМР-ки почему снялся? Я отсил, боже. Бро, убей его. Он на паутине вот сюда аж убежал. Ну я не могу попасть. Я все, я тильт. Я попал, если ты убьешь, да? Он от зоны умер! Просто здесь быстрей, поехали. Боже, он от зоны умер, я мог его убить. Если бы СДБС-ки не... Если бы я был не таким косым, как сейчас, блин! Надо доехать! Ты в курсе, что можем в движении бинтоваться? Что сидишь? А, да? Ты забыл, а? Прости, бро. Да я все время я забыл вот такие вот мелочи. И добавлять тебя в описание к ролику. Мелочи он забывает, да, значит? Гений. Хорошо. Ну, бро, у нас ни бенза, ни ничего, да, нет? Ненормальных тиммейтов. Ты хочешь сказать слишком нормальный тиммейт, что ты даже не успеешь киллы сделать? Иди нахер.
хер подсос. Вот здесь тебе. Да, спасибо, сладкий. Все не попаду. Все, я готов тебе все закидывать. Можем завершить предварительно. Я не знаю, что случилось с затворками. Я вам... Да не, бесполезно. Приехали? Сзади, да. Да, бай. Ты видишь кого-то? Нет. Еще одна едет. Ох, ё! Бро, я в ног, я в ног. Бро, я в ног. Мы сдохли. Его тип где-то вот слева на горочке. Стопал на РБшке. Это ужас. Пожалуйста, пожалуйста, пожалуйста. Я тебя прошу. Ты на двойке, на двойке. Боже ты мой! Это разные. Это разные, прикинь. Вывози, давай. Давай, тащи, давай. Я даю две тычки с БДС, ему не хватает. Как ты это делаешь с одной пули всегда? Слейся, 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 давай. А нормально у тебя такой сетап? Найс! Ну все, я туда эту катку не вставляю. В смысле? Почему? Почему? Да я умер, алло! И что? Боже, какой он крип. На... Такие крипы убили. Пожалуйста, не делай крип. Тихо, не мешай. Тебе просто не выживет. Почему он тебя не пушит, когда ты ловый? Ты кого-то взорвал? Как это работает? Да нет! Сосать пи***. Сколько у тебя килов? У меня 13, а у тебя? 0. В ноль вышли. Ух, в ноль вышли, слава богу. Классная игра, вы не будете видеть килы и не будете знать до последнего, сколько у кого килов. Нет, это не секрет, это зонг, ребята. Всем привет. На меня всем просто п***ть. Я просто существую. Не, я ж тебе говорю, блин, тебя просто узнают в топах и орут. Почему я просто завис в воздухе, бро? Это очень старый баг, вообще я думаю его пофиксили. На мне тип. На мне пинг 64. Это слитая катка. 270 пинг. О! Да, бро, пиздец. Ты, блин, а? Уйди оттуда. Бро, зачем ты так выбегаешь? Чтобы ты их забрал обоих. Я на себя работаю, бро. Только не говори, что он сейчас добьет их. Он не просто. Говнюк. Фух. Слушай, ну у тебя уже 5 килов, по-моему, да? 3. Я не знаю, их не добивают просто. А у меня 0. А, их добили. Да? Да. Ну, одного точно. Так, ну, начало вроде бы уверенно идет. Ну, для тебя, конечно. Ну, так мне же на канал записан. Ну и что? Опа! Залетела одна хрульная. Бро? Помогаю. Да! Хорош. Моего чуть ли не добили. Моего добили зато! Дал ног далеке. Да я и слышу. У меня нархилов. Мне это вообще не нравится ни разу. Так убей его. Он отходит. Братишка. У меня просто последние пули зажима просто летят мне не пойми как. Ну я хотя бы с тильтовоза я вышел, слава богу. Пока что. Я очень за тебя рад, ты вышел с тильтовоза. Классно, кстати, да. Очень классно. Бро, я иду. Да иди нахер. Я что-то вообще ебить никого не могу. Ну бывает, видишь. Где тип щели матери своей сидит, ты прикинь? Боже, я осуждаю! То, что ты сказал! О! О!
через свои маки. Какой извращенец, боже, все, хватит. Хватит с меня этих... Боже, шуточек этих, это просто трэш. Ну, слушай, у нас, кстати, реально, вот вторая, ну, бонусная катка будет самая имбовая, так как первая у нас, ну, была 1-1. Но у меня просто не летит батон, я не понимаю, почему, просто не понимаю, это просто какая-то анлака случилась в этой катке. Просто не летит, просто не летит. Мы сейчас реально сейчас делаем намного больше, чем ты. Ну да, можно быстро. Сколько у тебя? Не буду я тебе говорить. Чертофан вонючий. Там еще и люди. Замечательно. Боже, какой ты идиот. Да вот, нормально все. Что ты слышишь? Да иди! Нет! Нет! Да не верю! Тихо, я, кажется, играю с дровяком, брат. Настройки лобби выход. А, где я тебе отдать там? Как ты прошел? Ну, он резкий свой. Давай еще его. Да, конечно! Мне, слушай, мне нужно играть все время с дробовиком, знаешь? Это чисто мой, знаешь, талисман. Пошел. Ты люди. Нет, уезжай! Ладно, уезжаю. Теперь стопы. Нет, они на папе. Все, мы за ними, давай, уничтожай их. Они что, стопы? Это пиздец ваш. Ты мне представляешь? Я так круто залетел наверх, думал, я сейчас сделаю пи***ц какой-то. Я думаю, сейчас такую движуху космическую сделаю. Сделал нахуй. Сука, я уже плачу нахуй, блядь. Это просто пи***а нахуй. Я последним патроном второго чела с грозды забираю, он с БДС-ка на меня бежал. Просто убиваю, разворачиваюсь, ты просто бежишь с оружием и резко стопаешься, потому что ты понимаешь, что всё. Ты не успеешь. Пошел нахер. Какой ты га**о! Капец, он попрыгун вонючий. Ты, ух ты, в натуре так сделать хочешь? Нет, ты чё? Да был бы такой фиаско. Прикинь, на этом завершить видеоролик. Брос, тебе упаловый. Я бы тебя. Из... Нет, 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 нет! Хорошо. Нет. Да-да. Нет! Да! Нет. Хорошо, хорошо. Ух, хорошо, мне чуть-чуть. Да я 100 раз дальше тебя, да все равно нахожусь. Боже, какой ты говнюк, ты просто сейчас тупо на ладони всех забрал. Откуда хоть бот отсюда прибежал? Ну что он тут делал? Он ждал этого звездного часа. О, боже. Не, у тебя же реально больше 10, прям жестко, я считаю, да? Угу. Не больше 10. А боже, 20! Нет. Хорошо. Мало ему, боже. Хорошо. Все будет хорошо. Ла-ла-ла-ла-ла. Папич. Давай тут стопнемся, дадим чуть-чуть. Давай дадим чуть-чуть. Давай совместно, все равно он не дотечет. Стой, я не вижу. Раз, два, три. Ты добил, нет? Нет. Зачем? Не, я ж на рул. Понял. Прикинь за рул. Ты будешь сильный фулл тип? Он передавил своего тебя. И начал выезжать. Это понял, это чисто мы. Когда нас пушат. Кто куда? А я... Он так смешно это сделал. Просто передавил своего тиммейта и уезжать начал. Блин, эта катка, наверное, пи***.
Такая смешная заба. Я залетаю на это здание. Ну как ты обычно. Что-то с машинами сегодня как-то очень. В углу сидел. Убил. Упырь. Где еще? Наверху где-то. Аккуратно. Было двое. Бро, он очень крысит от тебя. Стопудово. Он себя взорвал. Идиот. Камикадзе вонючий. Он прям... В смысле, он прям вышел специально с загретой хая на тебя? А он просто сидел там, кинул меня, я его от головы отбил. О боже, бро. Ты не представляешь, как залетело только что! С одной стороны, я безумно благодарен, с другой, ты конченый просто! Как на таком расстоянии ты с этого говна умудряешься вот так вот делать, объясни мне. I believe I can fly. Боже, сколько ты мне будешь должен, это просто трэш. Иди на... Я тебе говорю, это самое огромное количество кило в истории. Твой новый мировой рекорд, да? Ты решил поставить. На туалетик. Нет, пушим. Не, бро, ты хотя бы меня бы высадил. Когда молик на себя выбегает. Давай. Аккуратно, по-братски, я тебя умоляю. Он может с любого угла правильно встать и убить. Не, он не, заб... он не прокинет, он лошара. Как муху. Вот ты когда это делаешь, у меня такое двоякое ощущение. Я понимаю, что мы благодаря этому живы, но понимаю, что благодаря этому я... Я беру МГшку, дробовик, я оставляю в покое. Вот сейчас мы и попробуем. Может, в нем дело? Он видит. Реально работает! Брос макет видит. Работает! Реально работает! Он справа, в доме. Да, это лево. Не-не-не-не-не, я тебя чуть-чуть вот тут высажу. О, хорошо, как получилось. Я думал, он сейчас отсюда выбежит. Паша! Хотя бы. По-моему, они целятся. И ты их будешь убивать? Нет, нет, нет. Первый пришел. Боже, какой же ты изверг. Хорошо. Я надеюсь выйти в ноль, пожалуйста. Он столько с этой помпы настрелял, пожалуйста, в ноль. Я зачем-то скипнул, все, погоди, сколько? У тебя 14. У тебя 26. Ну что, Зигреди, как ты видишь, ну, по общему 1-1 уже, понимаешь, догонял. Я считаю, что тебе просто повезло, что ты просто драбовикмен. И, ну, мы как бы встретимся еще с тобой на новом ивенте. И я обязательно все это дело отобью и просто золотая 50 тысяч. Если что, я жду 6 тысяч UC, мой дорогой. Пошел нахер.